Всем привет, это Алекс, и сегодня мы будем на наивысшем уровне сложности проходить заказ Реджины Джонс «Охота на чудовище». Проходить мы его будем в двух вариантах. Первый, мы будем всех валить в лоб, и второй, мы просто скрытно зайдем, выкрадем тело и свалим. Давайте посмотрим, как можно это сделать. Знаешь, кто такой Джадара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шельмы наконец его отследили? У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме.嫌な予感がするぜ。 Прошу, уходи. Тронешь меня?
вроде меньше. Супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ. Искал, где заработать. Мы дождались, пока не было. Совсем не допустим. Начались просрочки. Говорю, вот, короче, пацан. Прошло месяц. В чем рать? Кинуть нас собрался? Охренеть. Сюда тоже прислали своих коллекторов. Я на коленях. Болел даже не месяц. В неделю. Они и слушали. Сюда шокеров. Отрываем. Бросили меня там. Давай не будем влиять ему. А, дочки. Они. Вижу, ты до сих пор учишься. Тебе поможет новинка от Милитека. Потрясный драйвер. Ты просто цикло. Что? Ты не заслуживаешь жизни. Нет, нет. Этого не может быть. О, еще как может. Возможно, абсолютно все. Выходи! Решим вопрос как настоящие воины!
Благодарю всех тех, кто досмотрел это видео до конца. Приглашаю всех в русскоязычный дискорд-канал по Cyberpunk 2077. Ссылка будет внизу. Побед, удачи, пока-пока. Джотара у меня. Шельмы с удовольствием его заберут и заставят ответить за все, что он сделал. Заказ закрыт, спасибо.